Ну, короче, лекарства пить. Мне 18. Сунадук Иеза. Что это? Скажи. Я не знаю, мы вообще на турецком говорим. А ты чё не ходишь, Стас? Я предлагал завтра вместе зайти, просто залететь с двух ног в кабинет. Давай колонку еще возьмем и такие. Или лезгинку включим. Или это. Как она напоется? Ручничок. Смешал, подносит табачок. Я люблю тебя. Скажи на турецком, я тебя люблю. Зачем? Ну, тут на чеченском говорят, а я не хочу неправильно произнести на турецком. Я думаю, вообще лучше это не произнести. Да? Дымок. И под него залетим? Чисто легенды, да? Ну, я что скажу, извините. Я таблетки пью, меня там и тут капают. Уколы ставят, я как по-вашему у меня силы от... Типа успокоительных будут, что ли? Дымок на сухую. Короче, если что, в машине доем. А мы не успеем на фаджр? Нет, не успеем. Угу. Мне интересно, как мы с тобой все предметы сдавать будем. Мне Алина скинула тетрадку, что надо писать. У меня вот так глаза, понимаешь, там, блин, листов как будто 100 писать. Что за пост ехать за пьяной подругой? Ну, посмотрим дальше. Я тоже так-то не планирую, там за милые глазки мне тогда поставили. Надеюсь, в этот раз тоже повезет. Может, им денег дать? Вот это Диана. Она же дала. По-любому. Как мы поедем? Мы ждем, кто приедет за нами. А у тебя-то за милые глазки, а мне как? Ты у нас женщины. Учителя, ты давай обоняние включай, там подкаты. Ты чё, фартит тебе? Это я? Ладно, у нас сколько? 3 мужика учителя. Я вот так подхожу к англичану. Он меня не узнает, думает, ты с какой группы, ты кто, блин? Едка, я Милана. Да я болела, мне так плохо было. Я вообще все пропустила, поймите. И он мне просто 4 ставит. Вот. Он долго еще ехать будет? Он быстро приедет сейчас. Ну что там? Он пост держит. Надеюсь, хоть в этот раз приставать к Насте не будет. Наверное, ее поведение. Ну то смотри, Настя пристанет. Я уже устала жевать, если честно, но это... А сейчас? Чтобы она мне утром сказала, меня изнасиловали. Оставила она ж тогда его у меня дома. Спасибо, хватило. Капец, я устала жевать. Еще. Ты любишь? Тебя? Что люблю? Этот. Корнишоны. Маленькие огурчики, которые? Да.
Я лагман цемян ем. Цвет родной, по сути, да. А так я черная. Любишь? Ты любишь? Да, да. Хочешь? Хочешь? Да, есть, что ли? Угу. Ща. Прикинь, я сегодня захотела. Этот. У меня еще этот есть. Скажи мне. Ты видал? Твикс. Твинс это. Ты че? Не смейся с меня. Вот, маленькие. Набудешь? Ну я так-то. Скажи же, я умею накормить. Ты мне что там уронил? Открой. И вот ты мне вот так ешь. Я вообще так-то, ну, скажи, жилка бы бомба. Сама цумян я, а ему корнишоны. На одной доставке я бы не прожил, по-моему. Че, офигел? Я же выживаю на доставке. Ну, я, ну, люблю готовить, но... Вот, знаешь, я сегодня захотела приготовить... И вот мне настроение испортили. А я плакать начала. Я не помню, что я правда хотела приготовить, но что-то хотела. Что умеешь? Я все по рецепту делаю. По какому? Типа в рецепт просто забиваю и за ним повторяю. Да, один. А я же пост держу. А подруга отдыхает. Неприятно, если... Достань там эти. У тебя хлеба да? Нет, хлеб не ем. Да, а поэтому ты весишь. Стаканчики, стаканчики! С родителями живешь? Нет. А что еще делать? А со мной живет. Вот тебе, понял? На турецком, пожалуйста, разговаривай. Тебе так больше идет. Не знаю, поддержать меня, что я пост держу. Она берет... Как вот... Набухалась. Ты пост для себя держишь, а не для подруги. Ну, я поняла. Ну, неприятно. Сто человек смотрит. Ты знаешь, на кого похож? Есть певец один такой. Как его? На З как-то он называется. З. З. Слишком большая аудитория. Стас, тяжело быть популярным. А я сижу сейчас корнишоны хаваю. Ты не возмущайся вообще. Вот неблагодарный ты человек. Я тебе скажу, рядом с тобой не только я бы корнишоны кушаю. Блин, неловко получилось. А он... Turkish, please.